но принципиально важно, чтобы регулярные занятия физической культурой были не просто хорошей модой, хотя и это очень важно, но еще лучше, чтобы они стали устойчивой привычкой, естественной нормой, образом жизни большинства людей в нашем обществе. Меня очень радует, что подрастающее поколение активно участвует в спортивной жизни. Чечня по праву признана одним из самых спортивных регионов России. Поздравляю вас от души, желаю вам всем успехов, благополучия. Вы малых лет должны приучить заниматься физкультурой и спортом. Начали спорт, культуру, воспитывать наше подрастающее поколение. Силы. Ламбек.